16 июля 2023 года. У нас сегодня день воды. Заметно. Течет оттуда. И там вон уже до самого низу. Целые потоки. Хотели пройти, но пройти никак. Сверху вообще бешеным водопадом течет. Пройти невозможно. Ну, чтобы вы понимали, напор воды, смотрите, какой. О, таким вести может снов. Интересно, откуда он идет? Откуда столько воды? О, нет, Алекс, не надо так. Не надо лезть. Да, там вижу. Затопило. Колодец. Возле нашей школы. Точнее, возле школы Алекс. И все, тут полный поток. У меня я напишу. Сейчас на нас упадут. Не упадет, они далеко идут дальше. Фосфор или что это такое, я не знаю. Или осколки просто горячие. Потом было прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Да понятно. Куйбышева 161. Прилет, вот сидели. Прям в дом. Только что. Прям в квартиру. Там на кухне резервы горит. Куйбышева 161. Предложение банкета. Thank you.
Вот Куйбышева 161. Монтировка есть в машине? Да, машина. Через окно. Через окно кто-нибудь. Женщина у двери. А через окно попробуй. Димон, привет. Привет, привет. Где вы еще встретились, блядь? Ломай дверь. Фу, блядь. Что там, помогло, не? Димончик. Мы приехали пожарные, сейчас будут доставать женщину. Лежит уже, правда, минут 10. Там у нас женщину вытащили оттуда. Я не знаю, как тут можно было выжить. А вот наша коляска. Заешь, чуть припачкалась коляска наша. Ну ничего, новую купим. Как тут можно было выжить? У нас, слава богу, осталось. Жива, ребятам спасибо. Вот. Это просто ужас. Мы, конечно, еле выбежали. Давай воду! Разлагай меня! Рука вот тяни назад! Пускай, не бойся. На мир сел. На мир сел. О, понес. Поправим. Затапливает. Ой, доставай маленький. А? Доставай маленький. Маленький, говорит, доставай пускай. Вот. Машку потом выбрось. Это я выложу. Выложу. Мам. Прицепился один мужчина, стал орать, что это канализация. Я говорю, ну и что он? Как бы даже если канализация, что такое? Ребенок пускает кораблик. Он такой, что? Истеричка на меня. Ставила, как будет в жопе у ребенка. На самом деле это чистая вода питьевая, потому что запах питьевой воды. Вот. Хлорочкой пахнет. То есть это не канализация совершенно. Алекс, не надо в воде возиться. Сейчас грязный будешь, тут же шум, грязь. Все. Там же грязь все смывает, Алекс. Не-не-не, не лезь, пусть они там будут. Вон, смотри, там бухта. В бухту, видишь, приплыли? Не, туда не надо дальше лезть. Вон, смотри, видишь, один в бухте плавает. А, это? Да, вот там можно будет перейти, держась за дерево. Держись за дерево, перелазь на островок. О, во. Еще пробка полетела. Пробка полетела. Тоже. Вот, помоги, кораблики затор устроили. У меня нет, затор вон. Ой, опять
опять бумкает. Не ходи далеко. О, там его вообще, гляньте, там... Все его засосало, да, в песок? А видите, там его забило вообще. Смотри, там дальше водопадик. Можно здесь пролезть? Далеко, куда ты? Пошли в обратную сторону. Пошли в обратную сторону уже. Пойдем.